Друзі, усім привіт! Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Мій гість Марк Фейгін. Марк Захарович, добрий день, радий вітати, радий бачити. Рад привітати, Юрій, рад привітати всіх зрителів «Фабрики новин». Не забудьте, друзі, будь ласка, підписуватись на YouTube-канал «Фабрика новин» і на YouTube-канал пана Марка Фейгіна. Ми почнемо з буквально гарячих новин. Сьогодні понеділок несеться, особливо з Бєлгородщини. Значить, з самого ранку телеграм-канали повідомляють про початок наступу підрозділів з числа росіян в пабліках Руського добровольчого корпусу і Легіону «Свобода Росії». З'явилися пости із закликами, значить, до жителів російського прикордоння залишатися вдома і не чинити опір. Про що відомо на цей момент? Ще раз, ця інформація офіційно не підтверджена, про це пишуть в пабліках. Знищено КПП Грайвороне Бєлгородської області. Пишуть, що звільнено, цитую так, як є, звільнено Козинку Бєлгородської області. І, значить, губернатор Гладков повідомляє про те, що на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група вооружених сил України. І, що дуже важливо, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, значить, повідомили про те, що, значить, Легіон «Свобода Росії» і РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення, цитую, «смуги безпеки для захисту цивільних українців». Кінець цитати. Вибачте за таку довгу підводку, це хронологія того, що відбулося, щоб наш глядач мав максимальну картину. Давайте почнемо з того, Марк Захарович, що зараз відбувається на ваш погляд, а потім вже додаткові поточнюючі запитання. Ну, на мой взгляд, проходит войсковая операция полноценная, ее так можно назвать, со стороны подразделений, состоящих из граждан Российской Федерации. Ну, я их паспорта не проверял, но, во всяком случае, нам достаточно их декларации, потому что они, даже если являются регулярными частями ВСУ, то это все равно россияне. То есть формально это российские граждане, которые участвуют в боевых действиях против правительственных сил, скажем так. Выразимся официально таким казенным языком. То, что фоном этого является война в Украине, ну так погодите, это же выбор Российской Федерации. Это же не выбор этих людей. Эти люди воюют, и большая часть своей является противником режима Путина на протяжении многих-многих лет. Вот, некоторых из них я знаю, вот, с которыми я общался, с некоторыми и на своем канале. И помимо того, меня приглашал Легион Свободы России, когда я был в Киеве. Так что в этом смысле я не очень понимаю, так сказать, разговоры про ДРГ, ВСУ, да вы можете называть их как хотите, если мы адресуемся к Кремлю, но вы не отменяете того, что речь идет не о захвате территории присоединения ее к Украине, об этом речи не идет. Звичайно, це важливо. Да, да, так сказать, если бы разговор шел о том, что вооруженные силы Украины вторглись на территорию Белгородской области, чтобы ее отсоединить от территории России, присоединить ее к территории Украины. Ну, во всяком случае, мы никаких таких заявлений не слышали. Есть некая войсковая операция, внутренний, так сказать, вопрос, который связан с сменой власти в России, сменой власти на территории Белгородской области. Создание там Белорусской Народной Республики или какого-то другого образования. Продолжится она или вернутся эти части с территории Белгородской области, территории Российской Федерации обратно в Украину. Это открытый вопрос. Ну, скорее всего, да. Но какая разница? Суть это не меняет. То, что это происходит фоном войны между России и Украины после вторжения Москвы на территорию Украины, ну так что ж, 15 месяцев войны, они чреваты даже такими вещами, их же предупреждали об этом. Да. Поэтому, с моей точки зрения, да, это не очень большие соединения, там официальное сообщение, вот то, что я читаю, взвод, сколько на самом деле мы не знаем, так сказать, это не принято объявлять, ни численный состав, ни характер соединения, вот танк участвует, а может больше участвует, бронетехника какая-то, не знаю ничего. Да? А основываемся на то, что заявляют сами участники Легиона Свободы России и РДК. Но во всяком случае, еще раз хочу подчеркнуть, что это носит операция характер, да, военной диверсии, пусть ее так назовут, или там военного столкновения, боевого столкновения, но это не вопрос отторжения территории, это вопрос того, что есть граждане Российской Федерации и за ее пределами, которые желают смены власти в России. Вот это ключевое событие. Марк Захарович, дуже цікаво, що в українській розвідці пишуть про те, що, ну, тобто задача ось РДК і, значить, Легіону «Свобода Росії» створення смуги безпеки для захисту цивільних українців. Пам'ятаєте, в останніх своїх інтерв'ю Буданов казав про те, що в майбутньому, значить, треба створити цю 100-кілометрову зону. Він каже, ну, можна сторгуватись там 80-90, як каже Буданов, значить, і так далі.
Задача в тому, щоб створити ось таку зону безпеки. І починається вона з Бєлгородщини. Я правильно розумію? Ну, виходить так, тому що з території, і в тому числі Білгородської області, вообще з території Російської Федерації, йдуть обстріли і вбивства українських громадян, в тому числі, кстати, артилерійські обстріли, чому там не говориться. То в Харків прилітають, ну, є вище там і Суми обстреливают и так далее, ну так это тоже в том числе создание какого-то санитарного кордона. Об этом, кстати, российская сторона постоянно говорит, что раз появляются, как они говорят, виды вооружений, которые передаются Западом, Украине, которые могут осуществлять на более большее расстояние удары, то мы, значит, будем отодвигать границу дальше, внутри, вглубь Украины. Так оказывается, это может происходить и вовне, и по отношению к вам в той же степени. Почему это вы считаете, что вы можете отодвигать там от, не знаю, от Донецка до Киева, а от границы Украины, от Харькова до Белгорода или Брянска нельзя отодвигать? А кто вам это сказал? А почему такое невозможно? Поэтому с этой точки зрения, ну как, вы раз за разом Москва получает то, что она и заслужила, и то, что она делала сама. Потому что вот эти вот разговоры про то, что там Украина стала террористическим государством, там, почему вы отрицаете, что эти теракты осуществляются Киевом и так далее. Во-первых, никто не собирается отчитываться перед Москвой, кто они такие, чтобы им чего утверждать или опровергать. Это раз. А во-вторых, ну, война, у нее свои правила. Вы же затеяли эту войну, вы же захотели воевать. Не Украина же напала на территорию Российской Федерации 24 февраля 2022 года. Такое последствие абсолютно закономерное. Оно очень естественное и в логике защиты населения и территории Украины, а почему нет? А то, что это комментирует военная разведка, ну, так она больше осведомлена. Я понимаю, это звучит как-то издевательски, но, еще раз повторяю, но ведь это же было обречено на это. Я вот все эти месяцы с первого дня говорил, что с неизбежностью, рано или поздно, война перекинется на территорию России. У меня вот этих стримов было на моем канале «Вагон и маленькая тележка». Многие, я бы сказал, даже частью большинства считало, особенно из России, что нет, ну такого, наверное, не будет. Россия ядерная держава, никто не рискнет, вот фиганут там тактическим ядерным оружием. Вот мы сейчас прямо наблюдаем. Оказалось, что это все это их ядерное оружие по существу равно такое же, как кинжалы, понимаете? Может, оно ценность-то и имеет, но на всякое есть противоядие, как известно, поэтому сделать ничего нельзя. Марс Захарович, а от дійсно цікаво, чому відмовчувались та й досі фактично немає розгорнутої інформації в контексті реакції офіційних осіб Росії щодо того, що відбувається, і якою може бути ця реакція? Что касается Путина, он будет молчать. Сейчас будут какие-то совещания Совбез, еще что-нибудь. Будет от третьих лиц информация, но ни в коем случае не от самого Путина. Почему он молчит? Да потому что это проявление слабости. А что он может сказать? Всех накажем, всех порвем. Так ты же уже говорил, что ты Киев собрался за три дня. За три дня. Да, и что? И никак. Он боится каждый раз попадать как кур в ощупь, понимаете? Раз за разом объявляя что-то такое. Вот представьте, он скажет, да, мы отразили атаку, мы с этим справились, как это было в Брянске, там еще что-то. А через день это опять произойдет. А через два еще раз. А через месяц вообще, так сказать, останутся на территории Белгородской области. Что тогда? То есть он боится попасть в ловушку собственной самоаттестации, собственной слабости. И поэтому помалкивает. Это происходило и в связи с Херсоном, я напомню. Он же за все время ни разу не прокомментировал оставление российскими войсками Херсона. Например. А Песков прокомментировал все вопросы, говорит, Министерство обороны. Что это? Ну, то есть они боятся комментировать, дабы не навлечь на себя еще больше вопросов и смеха по поводу того, что насколько вы беспомощны и бездарны. А вопрос заключается в простой вещи. А что это у вас на приграничной территории, граница с воюющим государством, на которое вы напали, так охраняется? Хорошо, что туда ходят чаще, чем чихают. То в Брянскую область, то в Белгородскую. Простой же вопрос. У вас же ФСБ, пограничные войска относятся к ФСБ. Как это было в советское время, потом какое-то время они имели самостоятельный статус, сейчас они относятся к ведомству ФСБ. А вы не можете ничего сдержать, ничего не можете сделать. К вам ходят, там чуть ли не пограничные отряды уничтожают, а вы ничего сделать не можете. Потому что вы абсолютно ни к чему не способны, потому что вы слабые, потому что все коррумпировано, потому что разгильдяйство, расхлебайство. Вот и все. И вас очень легко захватить. Вот что. Ведь до Белгорода-то вполне можно доехать. Ну, есть побольше сил, средств.
А почему нет? И Белгород можно взять. А что, в Белгороде? Да еще большой вопрос, а будут ли сопротивляться? Может, у флаги вывесят жовто-блакитные или там, не знаю, какие. Бело-сине-белые и так далі. То есть, вопрос а бело-блакитні прапори, Марк Захарович, вибачте, що перебиваю, вони да, там вже десь на мостах, я бачу, висіли. Ну, це повісили, може, самі, так сказати, комбатанти РДК і Легіон. Ну, не важно, яка різниця. Тобто, не факт, що таке уж лояльне їм населення. Вообще не факт. Я имею в виду, какой-то часть. Они любят силу. Русский человек очень силу любит. Боится ее, вожделеет ее, страшится, пытается, так сказать, раскланяться. Вот, к сожалению, вот так происходит. Сегодня власть в Кремле одна, а оказывается, есть и другая власть. И она, которая эта власть, она, может быть, совсем вашей кремлевской-то и не боится. Она тоже с пистолетиками. Очень хорошо воевать с митингами и всем. А ты попробуй вот с танками повоюй. Какие да, проблемы? Да, да. Иди выставь Росгвардию, еще кого-нибудь. Вы же все такие смелые. Иди, он победили РДК или Легион. Понятно, что это непродолжительно все будет. Скорее всего, операция сейчас закончится. Но это сейчас. А завтра как? А завтра бац, и не уйдут. И что ты сделаешь? И где ты будешь прыгать? И к кому призывать? Атомную бомбу бросишь на Белгород? Ну, давай, посмотрим. Пусть бомбят Воронеж и Белгород. Тоже интересно посмотреть. А ще цікаво, чи ну, виникнуть якісь процеси в Росії після ось таких епізодів, наприклад. Уявімо, що от сьогодні цей епізод, да, там завтра, післязавтра. От, якщо це буде тенденція, що буде в контексті процесу виникати в Росії? Ну, ви видите, от ми не договорили, вони ж не коментують це. Вони, як от губернатор Гладков, говорить, да, там нічого нету, це вони преувеличують, ніхто нічого не згадав, да, ну, небольшой бой, там вообще ерунда какая-то. Скоріше всього, це не так. Я думаю, що гораздо серйозніше. Я так думаю, да? А что вот, на что это может повлиять? Ну, во-первых, на власть это не может повлиять от того, что они вот испытали такое на себе воздействие, да, переход границы, бой, там, наверняка есть раненые погибшие на этом вот территории, где находится эта пограничная часть и так далее. С высокой степенью вероятности все будет останется так же. Почему я так рассуждаю, да? Там границы не будет укреплена, части какие-то передислоцированные будут. Потому что мы такое видели с Брянском. Не обязательно, что завтра в Белгород снова зайдут, а зайдут в Ростовскую область или еще куда-нибудь. Ну, не знаю, опять в Брянскую или еще какую-нибудь. Да? То есть, все укрепить и все оборонить они не смогут, потому что не так система не работает в Москве. Она так вообще не работает. Она аврально работает. Что-то случилось, они дырки заткнули. А в другом месте опять прорвало и так далее. И вот они затыкают, как смогут. А получается, у них не очень. Вот. А на что это может повлиять? Вы знаете, это сильно может повлиять на жителей приграничных территорий. Они вживую, впервые в своей жизни, за несколько поколений, за много поколений, видят людей, которые с оружием в руках, под другими шевронами, с другими флагами, могут сказать, слушайте, а чего вы так живете? Освободитесь. Чего вы их боитесь? Они не страшные. Пиф-паф, их нету, понимаете? Да. Вот у людей может возникнуть некий надлом. Может ли это пойти дальше? Россия большая, понимаете? Россия не Северная Корея, не Швейцария, да, не Люксембург. Ну, пойди там до Владивостока, дойдет эта мысль, как быстро? Но вопрос же ведь касается центральной России, где концентрированно живет все население, 140 миллионов в основном, за Уралом всего 25 миллионов. Определять судьбу государства будут именно эти, живущие в приграничном, в центральном регионе, центрально-черноземном и так далее, в средней полосе России. И раз за разом, видя такое, люди поймут, что власть не так сильна в Кремле, что она страшна, что она прибегает к террору, но она совсем не абсолютна. Что и на нее есть противодействие, и другая контрвласть. Вот это сознание для человека, ну, в известном смысле, губительно, потому что он жил же в состоянии понимания монополии того, что есть власть единая, горизонталь, какая-то страшная власть в Кремле, какой-то Путин почти святой, то ли наоборот дьявол, но это одно и то же у них, вот, и так далее. А вдруг оказывается, что нет, все люди смертные, и они, повторяю, приходят сюда не с бумажными пулями, и люди также погибают и умирают, и Путин смертен. Вот это вот почти сакральное значение имеет, подрыв вот этого ощущения абсолютности власти, что только она и больше никакой, а все остальное это какие-то там, не знаю, преступники. А оказывается, нет, что и власть, и вполне себе называющаяся легитимной, потому что у нее даже, может, больше легитимности, чем у Путина в Кремле. Его вообще ни разу никто никогда не выбирал. Оказывается, может быть, такой же сильный. Такой же сильный, тоже с оружием, понимаете? И вот это для россиян может быть убедительным. Потому что они не верят в митинги, не верят в выборы, не верят в процедуры. Они верят в силу оружия, в силу того, кто может заставить подчинить своей воле. Вот приход таких людей, он вот сильно меняет сознание.
Чи може бути так, пане Марк, що частина боєздатних військ Російської Федерації з різних напрямків буде перекинута для посилення кордону, прикордоння, наприклад, так, скажімо, і тим самим оголить деякі позиції на фронті? Вони, скоріше всього, так і зроблять. Но они не сделают это, чтобы действительно не оголить участков на фронте, это раз. А во-вторых, это же всегда синекура, понимаете? Раньше была граница, это синекура. Там и контрабос, там и какие-то такие, знаете, всякие схемки темные, всякий какой-то почти курортный отдых на этой границе, там места такие, знаете, зелененькие. Вот. А сейчас это все немножко по-другому, понимаете? Потому что, вот, например, там, может, Шебекино было замечательное место до войны, да? Там люди, может, отдыхали, маленькое село, микрогород. Тут пошел, закусил, выпил. А сегодня, через день, они плачут, что они, значит, по подвалам сидят. А как вы себе представляли войну-то? Вот? Вы войну себе, население, как вы? Что, вы вкатитесь за 2-3 дня в Киев, что ли? Вот она такая. Поэтому они усилят, скорее всего, и там, может быть, какие-то погранпосты сделают, но возможности государства скромны в условиях войны. Действительно, нужно, так сказать, основное бросать все на фронт, где, если, как говорит Байден, по 100 тысяч гробят на 70 тысяч до войны населенный пункт Бахмут, или Артемск, как им нравится, пусть подавится, называют его Артемском. Так вы что, я же говорю, соотношение такое, что за Киев 140 миллионов придется отдать. Вместе с младенцами и с домашними животными по этой вот соотношению, сколько брать такие города. Ну, так, естественно, они что-то оголят, где-то что-то прикроют, но они не занимаются границей в этом смысле. То есть, если у них войска передислоцируются, да, вот когда они дважды за 21 год, когда готовились к вторжению в Украину, передислоцировали войска. Войска не могут передислоцировать в палатках, еще что-нибудь. А вот укрепить по-настоящему границу, сделать ее плотной, сделать ее такой, чтобы через нее нельзя было проникнуть, ведь еще и технические средства нужны. Понимаете, в чем беда? Выяснилось, что у России, вот как кинжал, гиперзвуковая ракета, казалось бы. Говорит, все преодолевает, никто не может остановить, никакой ПВО. А оно, видишь ты как, а она, оказывается, совсем не кинжал, а скорее столовый ножик, да и то еще тупой. Понимаете? И что ты с этим сделаешь? И вот для того, чтобы границу такую охранять, а это достаточно протяженная граница, несмотря на, в общем, все это, так, если взять вот всю границу с Украиной, так я не был до последнего момента на Донбассе, пока вот сейчас не съездил на фронт, да, со стороны Украины. А я был со стороны вот ростовского Донецка. В Донецке есть, в Ростовской области, я там защищал Савченко. Меня очень поразило, что все это, знаете, эшелоны, там, составы, люди, все очень приличное расстояние, и граница такая протяженная. Тоже, кстати, украинцы живут с российской стороны. Говорят, на мове некоторые. Поэтому вопрос-то в том, что, а способны ли они вот всю границу вот так плотно закрыть? Вот я в это вообще не убежден. Вообще у меня никакой уверенности. Останнє питання щодо цієї теми, і підемо далі. Бахмут, хочу з вами поговорити. Візит Володимира Олександровича в рамках G7. Так от, останнє питання по цій темі. Західні партнери, західні союзники, чи відреагують? І якщо так, то яким чином? Що саме? Взагалі не будуть реагувати. Скажуть, що там відбувається, нічого не знаємо. Або там ніхто нікуди не заходив. Що-нибудь таке. Понимаете, с ними начали вести себя так, как они себя вели долгие годы, игнорируя международное право, не уважая людей, нарушая его, там, придумывая красные линии. Да? И выяснилось вдруг в один момент, что если с тобой начинают себя так вести, то ты пасуешь, ничего сделать не можешь. Запад ничего не будет делать. А, что, не слышали? Что, куда? А, ничего не знаем. Ну, это же манера разговора, это именно Кремля. Мы, говорит, на Украину не нападали, как говорит Лавров. Да. Понимаете, и все. Ну, так и тут, как кто нападал? Где? Че? Покажи. А, ничего не видели, ничего не знаем. Приблизительно вот такая реакция и будет. Потому что им отвечает алаверды, как говорится. Вот и все. Алаверды, да, абсолютно. Бахмут, значит, Пригожин каже про те, що, значит, все, Бахмут освобожден, и, значит, мы до первого числа покинем позиции. Мы передадим эти позиции регулярной армии Российской Федерации. Президент сейчас перебуває в Хиросимі, у нього про це запитують, але запитання складалося фактично, там було два запитання. І він відповів на одне, російські ЗМІ одразу рознесли, що президент нібито підтвердив, що Бахмут захоплений. Але насправді в дійсності спростували цю інформацію, і українська влада повністю це все спростовує. Так от, на ваш погляд, що там відбувається зараз в Бахмуті, і чи піде Пригожин зі своїми головорізами, як він заявляє, до 1 червня? Ну, вот, допустим, они действительно вышли на черту, границу города. Он говорит про этот вот самолет, там памятник самолета, mm-hmm. якобы это практически черта уже города и так далее. Ну, допустим.
Причем я даже охотно допускаю, что и внутри города, по краям, там где-то на флангах, воюют украинские вооруженные силы, и в каких-то участках города еще остается сопротивление, туда заходят и выходят спецподразделения. Я допускаю это. Ну хорошо, вот вы говорите, а что это он говорит, что он оставляет позиции 25-го? Он же говорил, что 72-я бригада побежала с флангов Минобороны РФ. Так по логике, если ты передашь 25-го, а сегодня у нас 22-е, через 3 дня регулярным частям, они возьмут и побегут, и бахнут, опять займут. Вы что, будете опять 9 месяцев за 100 тысяч, что ли, обратно его возвращать? Ну, такой простой же вопрос. Да. Что в нем такого? А что это он сразу решил его оставить? Может, не уверен в том, что вообще все это можно и стоит того оборонять? Да еще передают Зеленскому, привет, про Залужного чего-то, про Сырского. Да чихать они тебя хотели с большой колокольни. Ну, просто как бы логика такая, что он типа какую-то миссию свою выполнил, да? Солидар захватил, Бахмут. Ну, захватил. Дальше-то что? Они говорят, вот вы про все так говорите. Какой город не возьми, все считаете ерундой. Ну, правильно. Потому что вы его 9 месяцев захватывали. Он сам говорит, 240, что ли? Нет, он сказал, 245. Вот не помню, какую он цифру назвал. Вы 100 тысяч поклали. Да, 100 тысяч поклали. А что взяли-то? Весь разрушенный город, он что вам дает-то? Вот, ну, просто интересно. Вы что, так сказать, Киев, что ли, взяли или что? О том, что его могут этот город Бахмут взять, ну да, конечно, как всякий объект, да. Стоит ли, так сказать, за него класть? Ну, пожалуйста, взяли. А дальше что? Вот я был в Часовом Яре. Вы Часов Яр будете брать, по этой логике он гораздо меньше. Это одна агломерация раньше считался. Бахмут и Часов Яр. Ну, вы его еще будете брать там что-нибудь такое, не знаю, полгода и тоже положите. Ну, 30 тысяч вы положите. Вам легче от этого будет? То есть вы что хотите-то? Вы итогов войны в этом не увидеть. Вы хотите остаться в Бахмуте? Ну так вы сейчас уже сам Пригожин заявляет, что есть угроза окружения Бахмута со стороны ВСУ, которая успешно на флангах продвигается. А зачем все? Тогда что вы добиваетесь, если вы тут поднимаете, а там у вас падает, понимаете? То есть, ну где логика? Вы продолжаете эту безумную войну, просто принося в жертвы тысячи и тысячи людей, не до конца понимая, чего вы хотите добиться. Вот вся война затевалась, чтобы Бахмут, что ли, взять? Ну, вы его взяли. Хорошо. Дальше что? Насколько долго вы его удержите? Вы Херсон брали. И что? Ну, у вас и Изюм был, и все остальное. И где все это? Если бы, конечно, они брали Киев и его взяли, можно было говорить, ну да, там серьезное какое-то достижение. Но не Бахмут. Это разные вещи. На весах не взвесишь. Куда? Вы куда? 10 лет собрались воевать? Так у вас нет этого времени. Не Украина, у вас нет этого времени. А вот то, что он говорит о том, что он собирается сняться оттуда, вот это, кстати, очень симптоматично. По-видимому, он понимает, что удержать-то город тоже будет не так-то просто. Сами говорят, там высоты над городом, и там уже ВСУ держит эти высоты, и сейчас будет просто обстреливать этот Бахмут. Да. Ну, хорошо, я взял, что теперь будешь с утра до ночи терять там военнослужащих? Это уж если вы в какое-то наступление пошли, пролетели Бахмут, Часов Яр, Константинов, куда что-то Славянска, там, Краматорска. Ну, все, да, идет наступление, вал, а он окапывается. Ну, окапывайся. Город пустой, все разрушено, жить невозможно. Окапывайтесь, сидите там. Вот а який буде розвиток ось цього конфлікту Пригожина і Міноборони тепер після ось цієї заяви? А смотрите, он же как бы, ему то ли поздравление, то ли приветствие со стороны Путина прозвучало. Ну, думает, Песков все сделал, скорее всего. Вот, там свои отношения, да, своя атмосфера. Наверное, это какая-то попытка отыгрыша, я думаю, что долго добивался Пригожин, чтобы ему вот такое поздравление было. В аппаратной игре это имеет значение. Он же даже когда об этом объявлял, что взял Бахмут со своими военнослужащими, он же говорил о том, что вот мы всех записали вот в наш этот лимерик, как он этот, списочек. И кто помогал, и кто... И вот Герасимов и Шойгу там первыми, кого под расстрел, что называется. Ну так конфликт, во-первых, продолжается. Их, так сказать, взятие Бахмута со слов самого Пригожина не примирило, и это все продолжится, видимо. Ну, а какие основания тому же Шойгу и Герасимову забывать такое? Какими столько последними словами их не обзывали? Я думаю, что конфликт продолжится, просто он немного затягивается ввиду того, что сейчас он с этим орденом Пригожин Бахмутский, он будет ходить еще несколько месяцев, рассказывая, какой он великий герой. И как бы героев там сразу не судят, понимаете? То есть всегда дают им аванс. Потом все кончается плохо, правда. Вот. А так или иначе, я думаю, что он попытается использовать это и заявления эти, а не для аппаратной игры,
вот, для того, чтобы обеспечить собственную безопасность отчасти и, в принципе, заручиться дополнительной поддержкой. Мы, говорит, сейчас на переформирование, если мы России понадобимся, вы нас позовите. Да. Куда вы уходите? Не надо, война же продолжается, оставайтесь. Да. Вот. Мы не знаем даже, что там осталось, понимаете? Какой состав сейчас этого ЧВК «Вагнер», в состоянии ли они там даже оборонять тот же Бахмут? А черт его знает. Мы не знаем, наверное, военная разведка Украины и командование ЗСУ, наверное, знает лучше, но могут ли они, боеспособны ли они? Вот это как раз загадка. Два слова ще на наступне запитання і підемо далі. От я помітив, що росіяни дуже активно розганяють історію про те, що, значить, то лі убіт, то лі ранен, то лі отравлен, то лі где-то куда-то пропав Сирський і Залужний. Навіщо вони це роблять? В чому суть? Это какой-то такой странный ипсо, потому что, ну, это же, во-первых, легко проверяется. Если бы очень легко. Ранен, соответственно, если ранен Залужный или там даже погиб, ну, это бы все, во-первых, узнали. Начнем с этого. Это такое не скроешь. Это тень России, где там можно, значит... Как этот фильм был голливудский, где они с трупами везде ходили, значит, изображали, что он живой. Ну, неважно, такого не бывает. Да? Соответственно, они это разгоняют для того, чтобы, ну, на этой волне попытаться еще и как-то деморализовать противную сторону. С другой стороны, передавая приветы и говоря, мы вот специально по точкам били. Видимо, это как-то связано с тем, что они, может быть, со своей стороны ЗСУ пытались уничтожить Пригожина, и им нужно это сейчас. Рассказывать, что это не вы меня там пытаетесь убить, а я вас могу. Где-то это какая-то такая игра больше информационная. Я думаю, что, ну, точно абсолютно ни Сырский, ни Залужный не погибли. Вот. Но зачем-то это Пригожину надо все-таки. Это в большей степени Пригожину, потому что больше в пабликах идет разговор, и сам он об этом заявляет. А я так, чтобы сильно не видел, чтобы Коношенковы или какая-то официальная информация по этому поводу была. Я думаю, у командования даже российских войск есть информация, что они живы-здоровы. Зачем сейчас это разгонять на таких уровнях? Вот я имею в виду, если бы об этом говорилось в Минобороне РФ или еще где-то, в каких-то информационных ресурсах, если они завтра появятся и будут просто смеяться в лицо, понимаете? Это, мне кажется, игра какая-то чисто Пригожина. Хіросіма, Марк Захарович, значить, що я для себе виділив? Учасники саміту погодилися, що формула миру може бути тільки українською. Це надзвичайно важливо, як я думаю. Потім, що ми маємо? Підтримка країн-союзників не похитнеться, вона буде до кінця. Склалося враження, що питання з F-16 вже практично вирішено. Штати надали пакет військової допомоги на 375 мільйонів. На Росію наклали санкції. І ще так один важливий момент, що, значить, російського солдата, нога російського солдата не має бути на території України. Це дуже також важливий посил, важливий меседж. У вас які враження взагалі від цього саміту і від того, що прозвучало? Ви знаєте, я як-то ожидав, що іменно так і буде. Я завжди говорив, що і самоліт рано чи пізно дадуть, і ракети дальнього радіусу є. Там, кстати, я говорив, що Storm Shadow, який предоставляє Британія, це как бы сейчас достаточно, а так нет смысла предоставить, так говорить Соединенные Штаты. Ну, у меня смутное ощущение, что еще дайте немного времени, и скоро и атакамсы появятся. И ой, а что, говорит, Украина атакамсы появится? Ой, как нехорошо-то, а мы и не знали. Ну, может, кто-то дал там что-то. Приблизительно вот так все это выглядит. И F-16, мне кажется, с учетом того, что обучают пилотов, и сейчас выяснилось, что их уже какое-то время обучают. А зачем обучают? Если вы не собираетесь давать F-16. Значит, это какая-то такая немножко игра такая, чтобы, ну, давайте злить не будем Плешивого, а то кто его знает, у него ядерное оружие. Мы еще пока до конца не понимаем, как он его может использовать. С кинжалами уже все понятно, с носителями, а вот что с боеголовками, непонятно. Понимаете, и вот такое. Мне кажется, тут больше информации. А что касается позиции, она однозначная. Все, Россия должна проиграть. Тут уже никаких вариантов спасти лицо, там, а давайте дадим шанс или еще. Или давайте найдем искать пути дополнительно еще и мирного какого-то урегулирования. Вообще об этом не звучит. Речь идет только о продолжении военной поддержки Украины и на следующий год в том числе. Ну, мне кажется, главным является еще очень важная вещь, помимо того, что мы вот обсудили, это Китай. Дать щелкнуть ему по носу. Ему щелкнуть. Да. Полностью. Еще, знаете, почему это болезнь для Китая? Китай, кстати, отреагировал заявлением МИДа своего, да, и оно жесткое такое. Китайцы же, они вокруг да около, то да сё, как хочешь пойми. И, кстати, мандарин, язык китайский, он предполагает, дает такую возможность. Один иероглиф означает чуть ли не целую книжку, понимаете? Поэтому поди разбери. Но здесь как бы жестко им дали, и особенно потому, что это Хиросима проходит, Япония.
давнем, так сказать, контрверсивном противнике Китая. Причем четко и ясно дано понять, что вы не будете ни за каким мирным столом. Вы не будете посредником, миротворцем в этой игре. Вы не будете, значит, определять послевоенный мир в Восточной Европе. Вы кто такие? Сидите в своей Юго-Восточной Азии, потому что если вы не то что-то сделаете, то с Тайванем или там Японии или Южной Кореи где-нибудь в ауксе окажутся. И вообще там тоже снимут себя безъядерный статус. И что тогда? А вот что вы должны сделать? А вы вот с этим психом поговорите, раз вы на него воздействуете, потому что это и в ваших интересах. Каких? Ну, прежде всего, экономических. Мы на вас санкции будем накладывать, если вы не предпримете хоть что-нибудь. Также вопрос идет. И причем мы же видим, что санкции на китайские компании накладываются. Вот у меня вот люди, мои там зрители и так далее, из Америки говорят, фондовые рынки по части китайских компаний, присутствия их на американском, сыпятся прямо. Цикало. Просто закрываются. Фонды все эти закрываются. Длинные позиции закрывают. То есть, ну, как бы китайцы исчезают, потому что их выдавливают. Потому что все, хватит. Вы заканчиваете здесь. Я уж не говорю про приключения к Xiaomi и так далее. Крупных компаний. Не только, кстати, китайских. Постепенно идет процесс, в общем, ну, сливает в унитаз. Не так быстро. А це не призведе розгарячу до того, що ну, Китай просто розізлиться, я не знаю, і зрозуміє про те, що так, стоп, нам, може, ми краще об'єднімося з Росією, може, ми не будемо грати, знаєте, от, в ці прятки. Все, от ми підтримуємо Росію, от тобі оружие, от тобі що, хочете війну, от вам буде війна. Це не може до цього призвести? Це на словах вони так роблять, говорять. Тайване и, так сказать, изображая символические угрожающие действия в его адрес, проводя учения и делая заявления. А я скорее поверю, другой Китай пытается договориться. Mm-hmm. Потом сказать, давайте отъедем чуть-чуть, давайте не будем вот так вот с плеча рубить, давайте. Ну, с Москвой, да, мы сохраним отношения, там у нас интересы, понятно, какие в отношении всей России. Не так, чтобы сильно им сейчас уже противодействуют. Считает Запад, что мы вам и так Россию подарили. Чего вы еще хотите, какой-то Тайвань, еще что-нибудь. Вон у вас Дальний Восток, Восточная Сибирь. Кто вам мешает это все осваивать? Идите, осваивайте. Вам же препятствуют, вам же руки вяжут. Идите, хватайте их под белые ручки, они и сами к вам стремятся. Ну, так а что? Что от нас вы еще хотите? Вы получили в качестве приза вожделенную Восточную Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток и так далее. Ну, осваивайте, осваивайте. А вот уж все остальное, будьте аккуратнее. И Северной Кореи не шалите, и Тайвань, знаете, у вас не так, чтобы вот легко получится. А Китай именно требует за свою роль, кстати, вот, чтобы было понятно, почему этот статус оспаривается посредниками. Они в награду, в том числе, еще хотят Тайвань получить. Его реинтегрировать окончательно. На что США не соглашается. Еще Европа так еще как-то так на это смотрит. Ну, где-то там Тайвань заберут или не заберут. Ни горячо, ни холодно. А Америка против, жестко против. И поэтому здесь решающим является позиция Вашингтона. Я все-таки склонен думать, что Китай все-таки скорее мягко начнет сплавляться в сторону того, чтобы договориться с американцами. Американцы ворота откроют. А потом ведь это же может начать происходить, когда контрнаступление, если оно по чайне начнется летом, может показать все бессилие Москвы. Так хочу поддерживать падающего. Как у Ницше. Падает, толкни, пусть летит. А потом на обломках там свое разграбишь. Они же заинтересованы в слабой Москве, в слабой России, проигравшей Москве. Китаю нужно, чтобы Россия была предельно слабой и постоянно апеллировала к Китаю. Мы вам друзья и так далее, вы нам помогите. Этого они хотят. Вот. И поэтому с этой точки зрения я скорее поверю, что Китай отыграет в сторону налаживания отношений с Западом. Тем более разговоры об этом идут. Между прочим, сам, собственно говоря, Байден сказал, что он, в принципе, готов встретиться с Цзиньпином. Те еще, может, покочевряются, но там, по-моему, переговоры тайно идут об этой встрече. Смотрите, они же 14 ноября спокойно встречались в канун саммита 20-ки на Бали. Ничего не случилось. 4 часа разговаривали. Так почему им снова не встретиться? Ну, то есть, мы не до конца понимаем, как какие договоренности есть у Киева с Вашингтоном, как развести Китай? А я думаю, что именно так стоит вопрос. Потому что Зеленскому как раз разрешено с ним, с Си Цзиньпином, там, с Ли Хуэем, этим спецпредставителем. А остальные как-то пожестче себя ведут.
Марк Захарович, дуже цікавий ефір. Реально, респект і дякую величезно за те, що знайшли для нас час. Бережіть себе, будь ласка, а до вас, друзі, глядачі, звертаюся, не забувайте підписуватись на YouTube-канал Фабрика Новин, на YouTube-канал Марка Фейгіна і лайкати це відео, розповсюджуйте його серед друзів, знайомих, близьких. Дякуємо вам. Дякую. І до зустрічі. Всім всього доброго.